Друзья, всем привет! Сегодня снова работал гусеничный трактор. Вот здесь понагреб. Тракторист уже весь верхний металл забрал. Сейчас попробуем походить с металлоискателем. Может быть, что еще найдем. Сейчас, если будут находки, буду включаться. Посмотрим, что удастся здесь найти. Первая верхняя находка. Вот такая труба. Забираем. Цветной металл, немножко алюминия. Вот так идем вдоль следа, вдоль бровки. Вот пластиночка от транспортера. Смотрим, что еще попадается. Пока больше ничего не видать. Здесь блоки всякие. Под ними тоже очень часто попадается что-то интересное. Так, ну все, сейчас еще что-нибудь найду, включусь. Вот верхние сигналы. Ух ты ж, вот такой неплохой какой-то колышек, тяжеленький. Вот первый сигнал, вот такой уголок. Кучу. Пластинка от транспортера. Тут же недалеко вот такой хороший железный бонус. Уголок от бетонной плиты. Железный. Еще одна пластинка от транспортера. Переходник от крана. А вот и медяшка. Так, друзья, ну вот еще находка. Уголок от транспортера. Вот лента также от транспортера. И вот здесь еще находка. Вот такая железячка. Тоже тяжеленькая. Так, друзья, походил я где-то минут, наверное, 10, что по находкам. Лопата. Вот это вот, кто знает, напишите. Идет металлический такой стержень, потом алюминиевая трубка. И вот такая какая-то гофрированная тоже алюминиевая проволочка. Много раз такие находил, не знаю от чего. Кто знает, напишите. Дальше вот такая железка. Жестянка. Это арматура. Какой-то вот такой труба, сплюснутая с двух сторон. Ну и вот такая вот тяжеленькая железяка. Возможно, от мотора, что ли. От электромотора. Ну, уже где-то килограмм 15, я думаю, есть. Продолжаем искать. Так, ну вот подключаю в работу металлоискатель. Верхние находки уже почти все собрал. Больше не видно. Пробуем идти с металлоискателем. Но пока сигналов тоже не слыхать. Сейчас буду тут пробовать, если что-то найду, включусь. Так, ну вот есть сигнал. Такой неплохой. Сейчас попробуем посмотреть. Земля рыхлая. Ну вот такая железка. От косилки, похоже. Забираем. Так, друзья, уже на целине прозвучал сигнал рядышком. Вроде бы неплохой. Лопатой подцепил, решил показать в прямом эфире. Какой-то штырек, что ли. Или жестинка. Ага, вот такой уголок. Смятый. Возможно, это от транспортера также тяжелый. Так, друзья, и снова вроде бы хорошая находка. Посмотрите. Я не знаю, длина, наверное, сантиметров 70. И что-то очень такое, знаете, плотное. Вот. Лопатой вообще не поддается. Буду пробовать обкапывать. Я думаю, что находка здесь тяжеленная. Сейчас будем откапывать. Так, ну вот, друзья. От начала до конца где-то метр. Что здесь лежит, неизвестно.
Вот показалась вот такая толщина металла, каких-то два листа. Возможно, они скреплены там пластиной вот так. Лопатой вообще не поддается. Пока оставим этот сигнал. Потом возьму лом и ломом попробуем подковырнуть. Сейчас идем пока дальше искать. Ах да, чуть не забыл. Пока копал этот сигнал, нашел еще остатки от уголка, от транспортера. И вот такую скобу какую-то. Очередной сигнальчик. Подцепил лопатой. Что-то уже вылазит. Ну, какая-то жестина. Вот такой кусок металла сойдет. Взял я лом. Пробую поддевать. Очень тяжело поднимается. Вообще пружинит. Вот смотрите, даю давление весом. Вообще ноль. Снизу похоже, как я и говорил, пластина идет. Ну, сейчас будем пробовать доставать. Ну вот, уже показалось что-то. Вот такое начало. Ну и где-то там, я даже не докопал, где заканчивается. Но уже видно, что металл хороший. Если идет по такой ширине, больше метра, находка должна весить прилично. Так, друзья, поднимаем. Вырываем ее с земли. Вот такая хорошая находочка. Походу швеллер, что ли. Ну, длиной где-то 1-2 метра. Ну и толщина металла тоже радует. Поднимаю с трудом. Потом, может быть, взвешаю, скажу, сколько весил. Ладно, грузимся. Уже вечереет. Сейчас чуть-чуть похожу. Да будем закругляться. Так, друзья, ну все, забрал металл, привез домой. Вот такая куча получилась. Взвесил. Здесь 98 килограмм. И швеллер 38 где-то с копейками вышел. Ну, вот такой результат сегодня. Вообще классный. Металл такой литой весь. Тяжелый. Вот такой получился коп небольшой. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.